В Армении идет борьба за власть между Пашиняном и Карабахским кланом. Власть и деньги – вот главный побудительный мотив армянских политических элит. А на страну и народ им наплевать. Армения вот уже 30 лет как непрерывно деградирует. Половина населения мигрировала за рубеж. Как передает Канал 13, об этом в своем телеграм-канале написал политический эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, комментируя заявление преступного карабахского клана экс-президента Роберта Кочеряна и Сержа Саргсяна. По его мнению, сохранение Пашиняна у власти в ближайшей перспективе ситуативно выгодно для России, которая отказала представителям армянской оппозиции в поддержке. Все осуществляемые мероприятия против Пашиняна реализуются силами влиятельных представителей армянской диаспоры Москвы исключительно в личном качестве, отметил российский эксперт. Коротченко также в ответ на слова Роберта Кочеряна о том, что Армения должна найти формулу такой интеграции с Россией, которая позволит восстановить вооруженные силы страны, выступил с идеей: «Армения может стать субъектом России в составе Южного федерального округа».